Сегодня здесь и намека нет на незаконный пункт сжигания отходов. А еще недавно местные жители были очевидцами, как на территорию съезжались грузовые машины и сбрасывали мусор, который впоследствии сжигался. Речь идет об участке в деревне Слобода. Собственник земли уже установлен, это физическое лицо. Мы знаем, подо что земля предназначена явно не для того, чтобы здесь собирать и сортировать, и сжигать отходы. И собственник земельного участка сейчас установлен, поэтому все эти материалы мы уже передали в административную комиссию на рассмотрение. На жалобу жителей оперативно отреагировали члены общественной палаты Ленинского городского округа. Они были инициаторами выездной проверки, к которой подключился экологический отдел администрации муниципалитета. То, что там есть, конечно, какие-то кучи с каким-то содержимым, похоже на какие-то строительные отходы, да, есть, но видно, что сейчас деятельность не ведется, потому что снежный покров свежий, никто ничего не трогал однозначно. Вот, соответственно, свежих следов сжигания тоже мусора не обнаружено. Вот, соответственно, свяжемся непосредственно с заявителем для того, чтобы, может быть, уже в коротком информационном поле взаимодействовать на будущее, если появятся какие-то новые точки, чтобы мы смогли более оперативно приступить к их решению. К ответственности собственника участка привлекут еще и за незаконную предпринимательскую деятельность. Нужно рассматривать совместно с правоохранительными органами уже это и устанавливать, на кого оформлена эта предпринимательская деятельность и кто с этого, так скажем, имеет доход. И дальше, если этот вопрос будет разрешен, то на вопрос привлечения к административной ответственности будет уже рассматриваться в другой плоскости. Документы с результатами проверки будут переданы в соответствующие инстанции. Члены общественной палаты намерены еще теснее взаимодействовать с населением, чтобы на корню пресекать подобную незаконную деятельность. Юлия Погосян, Александр Логинов, Елена Кошелева. Видное ТВ.